Историю поездок в транспорте теперь можно узнать в мобильном приложении единого оператора объединенной транспортной карты, сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». После обновления мобильного приложения единого оператора ОТК у пользователей появилась возможность сохранять всю статистику. История поездок будет доступна за последние 60 дней. Для справки, мобильное приложение от единого оператора можно скачать на App Store и Google Play. Далее для регистрации оставить свой номер телефона и сообщить электронную почту. На них будет приходить информация о балансе карты и истории поездок. Задать вопрос по пользованию мобильным приложением можно по телефонам, указанным на экране. В регион поступила новая партия вакцины от гриппа, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Это 300 тысяч доз «Гриппол плюс», предназначенные для профилактики гриппа у детей и взрослых. Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области. По словам медиков, прививочная кампания началась активно. Вакцинацию уже прошли свыше 300 тысяч жителей. Но важно продолжать такими же темпами, чтобы сформировать иммунную прослойку в обществе и предупредить широкое распространение вирусных инфекций. В железнодорожном районе активно ведутся работы по благоустройству, сообщает администрация. По адресам Гагарина 11, 13, 15 и 17 специалисты работают над обновлением дорожного полотна, используя современные технологии и соблюдая все необходимые требования. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».